каждой семьи есть свои фирменные блюда для рождественского стола. А ведь десерт, например, печенье, может даже стать подарком. Вот такую красоту нас научили делать в молодежном центре «Искра». Для рождественских звездочек на 50 штук понадобится: для колечек на 70 штук, для рождественского печенья, как правило, используется песочное тесто, потому что оно долго хранится. Оно очень насыщено жирами. Для его приготовления используется сливочное масло, желтки. Благодаря этому оно долго не черствеет. Итак, начнем. Поварят у нас на кухне много. Поэтому, чтобы работа продвигалась быстрее, разделимся на две команды – звездочки и колечки. У каждой тесто состоит из сухой и жидкой части. Начнем с сухой. Ребята первой команды активно трут на мелкой терке шоколад и цедру апельсина. Главное – соблюсти два правила – обернуть край плитки шоколада фольгу, чтобы не растаяло в руке, а с апельсина снять только оранжевый слой, не задевая белый, иначе печенье получится горьким. Тем временем колечки уже растирают три вареных яичных желтка с одним сырым и добавляют сахарную пудру. Воздух наполняет запах апельсинов и шоколада, а это значит... В сухую часть нашего печенья нам нужно добавить муку, крахмал и сахар. Белоснежные колечки уже приступили к жидкой части теста. Быстро, пока сливочное масло не растаяло, измельчаем его и смешиваем с массой. Сильно не старайтесь, ничего страшного, если тесто будет неоднородным. Затем ванилин, мука, и можно замешивать тесто. Кладем тесто в пакет и ставим минимум на полчаса в холодильник. Теперь и команда звездочек приступила к жидкой части теста. Одно яйцо смешиваем с сливочным маслом. Соединяем обе части и замешиваем конопатое тесто. Кладем его в пакет и ставим в холодильник на 30 минут. Затем раскатываем тесто толщиной в 0,5 сантиметра и вырезаем специальными формочками звезды. А если вдруг у вас дома нет формочек специальных для печенья, вы можете либо взять кружку или небольшую рюмочку и сделать их кругленькими, либо можете ножом... Спасибо, Гриша. Либо можете ножом разрезать на квадратики, на ромбики, на полосочки, как вам больше нравится. Оба вида печенья раскладываем на двух противнях, покрыты бумагой. Выпекаем 15 минут при температуре 200 градусов. Теперь самая приятная часть – украшения. Белоснежная глазурь для колечек состоит из сока лимона и пудры, а для звездочек – из сока апельсина. Масса должна быть густой, как сметана. Берем кондитерский мешок или делаем его сами из бумаги. Колечки полностью покрываем глазурью и украшаем цветными сладкими шариками, а звездочки украшаем глазурью в виде спиралек. А вообще здесь нет правил, волю фантазии. Приятного аппетита вам, дорогие забайкальцы! С Рождеством Христовым! Валерия Квашнина, Евгений Погорелый, ЗапТВ.